Да как вверх тут как-то... Ну, хотя в принципе, как вверх, всегда хорошо. Ну, как вверх здесь нормально. Золотая ракета. Золотая ракета 1008. О, дизраптор. Дизраптор. Флейнер оставится на потом. Сисайз говорит, я хочу видеть всех героев. Потом я выберу. Хочу всех смотреть. И сейчас побежит на Джиггернауте оффлайн крутиться. Изи вообще можно. Кстати, было такое уже. Чего бы нет. Я даже один раз суппорт Джиггером играл, я помню. В толчке где-то. Да. Стакаешь маленьких, крутишься, получаешь второй левел, идешь, пушишь. Это нормальная тема, на самом деле, суппорт Джиггернаут. То есть, ну, раньше, когда люди к тебе там триплами ходили, и вообще, когда можно было... ну, там, драться, постоянно навязывать. Он приходит, крутится, ну, ты что, ты там, да, с сапогом герой, которого, ну, бить ты его не будешь, потому что дэмэджа слишком много. Ну, да, еще... а тебе пятихатку наносит дэмэджа. Ну, там, да. Ну, не пятихатку, чуть меньше. Вот, и всегда круто. А потом, если керри самостоятельный, то он может и на линию потом его поставить и пойти там где-то лес, или сейчас, как любят, в смоках, там, на харду и куда угодно. Поэтому это еще все вернется. Все люди потихонечку забывают. Вон сейчас Абадона ввели против этих бейнов. Вот сейчас бы реально им как заехал Абадон против, вот, против... Короче, Вичи Гейминг бы взяли Абадона, и было бы им хорошо. Да не. А что не? Щиточек от ульта, от сайленса, от привязки, от всего. Кайф, кайф. А что, кем будет играть Энвис Зор? От Апарейшена? Не снимает ульту. Ну не снимает, но дэмэджа не наносит. Ты не умрешь, но... То, что не снимает, так спасибо. Себя. Да, ну, на, вообще отлично заезжает. Тот немного Лансер. Пассивный, но надо Фантом другим. Лансер нельзя брать, там Эмбер Спирит есть. Очень трудно будет. И Джаггернаут, который будет через Battlefield играть. Через Battlefield, да-да-да. А Герыч? Герыч... Ну, Герыч в пике есть. Фишка в том, что опять нету вот этой фиксации Эмбер Спирита. Если его на привязку не ловят, там какой-нибудь... Ну, а кого взять на керри, чтобы с фиксацией? На керри с фиксацией. А давай квапу для НВО. Да, кстати, почему и нет? Квапу для НВО. Ну, как-то будет опасно, на самом деле. Виндрейнджер и квапа. Нету лейт потенциала, так что им придется играть 30 минут. Играли они квапа СФ? Ну, это квапа СФ, это не квапа. Да, СФ понадежнее все-таки, чем ВР-ка, тут я согласен. Но спектра, вот, в принципе, вот это можно было сказать. Я как раз чуть-чуть не дошел, остановился тут на СФ. Считается, считается. Да, все, защита, очко защита в пользу Вячеслава Аревина. Прокофьевич. Вячеслав Прокофьевич Аревин, к вашим услугам. Ну и здесь нужен теперь сильный флейнер для Вичи, потому что так. Линия подождите. Так себе. Сейчас скажу. Спектра, Апарейшн, Найтсталкер. Бистмастер. Бистмастер, not bad. Ну, вообще да. Бистмастер неплох, Шейкер неплох. Тайтхантер. Вот арбуз. Да. Я вот тоже не дошел. Бистмастер, Шейкер, Тайтхантер. Именно в такой последовательности, в принципе, да. Все верно, Артур, все верно. Ну что же, начинается первая карта последнего матча сегодняшнего игрового дня. Secret против Vici Gaming. Игра начинается прямо сейчас. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами мы, в этот раз мы, это Lost и Каспер. И мы начинаем смотреть последнюю игру вечера. Vici Gaming против Secret. Повтор недавнего финала на Niantic Championship. Там эти команды дали жару неплохого и сыграли 3-2, если мне память не изменяет. Да, дорога была непростая для обоих коллективов. То есть Team Secret встретили у нас легкие приключения в виде Nubian, которых чуть не долили. Ну а Vici не изменяет своим традициям. Они по-прежнему падают лузера, чтобы не палить. А нет, по винерам они прошли, да? Да, то да, есть да. Они прошли по винерам этот раз, но тогда с непаленными стратами это к Virtus Pro, потому что они грамотно задоджили секретов, попали на Альянс, потом на OG, потом на победителя, ну там то ли LGD, то ли CDC, что-то такое, не помню, или это уже было. В общем, не суть важно. В общем-то, смотрим с вами матч, и давайте посмотрим, кто... На ком. Хотя нет, нет, пока еще рано, пока пауза в игре, поэтому мы можем еще немного полетать камерой по залу, действительно, понаслаждаться этим замечательным видом. Ну да. Pilot Day или Ice Ice Ice? Вот. Созвучные у них никнеймы. Пирог, ложь, смерть. Да, и вопрос только один. Кто больше нафидит? Ну, да, да. Это два товарища, которые действительно могут. И у ICSS, знаешь, у него время от времени он играет просто как бог, а следующий как бог фидинга. То есть вот у него бывают такие вещи.
Да, ну что ж, начинаем. Давайте пройдемся по командам. Команда Vici Super будет катать на Ember Spirit, ICSI, Tidehunter, Fenrir, Winter, Виверна, Burning, Juggernaut и FY бегает на Disruptor. И команда Team Secret, Puppy на Ancient Apparati, Misery, Хардовый Darkseer, Eternal Envy на Spectre, V3-3, Windranger и Pylaidai на Nightstalker. Да, ну и вот уже, кстати, Пайлайдай пошел, поставил вардец. Это не видели ребята из Ичи Гейминг, но, как мы уже установили, большинство команд знает какие-то дефолтные вот эти забеги и девардят без проблем. Но поглядим, как будет в этот раз, конечно. Да, в последнее время у нас своего рода намечаются майндгеймс, и, как мы видели, порой зачастую самый простой вард, который стоит в самой очевидной точке, его никто не может сбить. Из разряда, знаешь, там вот этот вот, который два спауна будет блочить, самый-самый дебильный, в итоге он и простоит до самого конца. Они думают, что по-любому не поставят туда. Это же мейджор, 3 миллиона долларов, но, как говорят, MindGames дают о себе знать. Да, положи на самом видном месте, этого никто не заметит, действительно. Ну что же, говорят, что за этот патч уже Secret дважды брали Spectre, ни разу не победили. Но все зависит, конечно же, еще и от матчапа, от того, против каких героев Spectre играла. Сейчас, в принципе, мне Spectre, наверное, нравится. Да, мне тоже симпатизирует. Все-таки, так, у нас опасный момент. Тут у нас пошел уже сталкер. Блин, тут такое количество забафов, я бы просто убежал в ужасе. Ну да, Эмбер Спирит стоит со своим армором, у него всего лишь двоечка. Смотрит грустно на этого Найсталкера с Дарксиром, у которых на двоих 11, и понял, что надо валить. Да, ну и обе руны отжимают в итоге ребята из команды Secret. И нижнюю, и верхнюю. Вот так вот интересно получилось. Забавно. Забавно. Envy, вот хотел сказать по поводу кэрри. Ты намекнул то, что, ну, здесь он заходит, да, смотрится приятно, то есть. И с Дайм без спирта дойти ты можешь, и вслед за этим ты можешь задоджить. Ой-ой-ой, опасно. Курьера забрал Фенрир на миде. Чего себе. Да, жестко набросили сейчас. Причем я изначально думал, что Виха под обстрелом, но, как оказалось, нет. Ребята нырнули немного дальше. Так, ну и Тайда пытаются здесь гонять. Тайд, конечно, с энкор-смешем, но, вот, кстати, против бафа Пупея тут ничего не сделать. И поэтому ты хочешь не хочешь, а по полтишку лишнему отхватывать будешь. Да, для Team Secret осталось только не пушить линии. Мы видим то, что полностью сосредоточились на ласт-хите, и в итоге линия уходит наверх. Пупей полностью контролирует линию. Однако... Ну, ICSI, в принципе, жирноватый товарищ. Тут еще, кстати, Фенрир прилетел. Да, Фенрир понимает. Все-таки в первую очередь для Тайдхантера нужно позволить ему получить уровень, потому что, ну, вот первый уровень, он беззащитен, да? То есть у него нет какого-то щитка, у него нет еще бафа Кракен Шелл. И в целом его нужно защищать, потом он будет неубиваем. Да, ну вот первое время, конечно, нужно обеспечить ему безопасность. Так, в миде у нас тем временем Виха 4-3, 6-1 у Супера. То есть пока они стоят тоже хорошо друг против дружки. Ну и внизу тоже интересный персонаж. Это, конечно же, Джиггернаут. Достаточно специфический, но у Бёрнинга даже Джиггернаут — это антимаг, потому что он покупает на нем блинк диффуза и прыгает, жжет ману. Battle Fury еще? Да-да-да, еще Battle Fury и как бы поехал. Так что тут есть такое... Спрашивают нас, почему Винтер Верна не в бане, 11 игр и 10 из них выиграно. Ну, такое, это и Fly. Я уверен, у него там и на Рубике хороший крипстат, да и в принципе парень умело играет, так что ему найдется чем поиграть. Ну вот Vici, они тем и сильны, на самом деле, то что у них достаточно многопрофильные игроки, то есть и Супер в миде может на разных героях постоять, это могут быть и танки а-ля там Вайпер ДК, может быть и бык типа Эмбер Спирита или Квапы, то есть это уже, грубо говоря, 4 героя, да, на которых товарищ умеет исполнять. И я не говорю про айс-айс-айсов и бёрнингов. Конечно же. Так, тут у нас на нижней линии сейчас стычка. Но FY набросился пирог ложь смерти. Его глимпсанули, но он идет дальше. Он идет дальше, он просто заколол дизраптора. Ничего не мог сделать бёрнинг. Нужно развести его на Blade Fury. Бёрнинг пока не палится, ничего не юзает. Бежит Пайлайдай дальше за ним и продамажил. А там на топе в это время нападают на Envy. И Envy тоже сейчас будет умирать, если только не произойдет какое-то чудо. Например, он не убежит в лес. Боже мой, как он уходит. Да, спряталась Спектра. Тут, конечно, не хочет уже никуда выходить. Но все нормализовалось. А внизу тем временем Мизери продолжает бычить.
И Team Secret показывают нам очередную фишечку этого турнира. То есть, понимая то, что Дарксир не может стоять один против двоих, если его можно хорошо выгонять, отправляют его в леса. Дарксир, как мы видим, набрал третий-четвертый уровень, и теперь с Найсталкером они представляют нереальную опасность. Опасность, в первую очередь, для вот этого мягенького наездника на динозавре. Там, кстати, у нас продолжают убивать людей. В этот раз на топе встрет Пупеха. Взлетает у нас Виверна. Через секунду будет Арктик Берн, ну и без него, в принципе, я думаю, справится. Да, догорает. Догорает там Сорба. Ancient Apparition, конечно же. И убивает хорошо. То есть мы видим то, что если Пупей ведет себя неосторожно наверху, потому что довольно-таки брутальный лайнап, это Тайдхантер, который взял гаш на единичку, чтобы можно было цеплять, и Винтер Верна, который хорошо начинает дамажить, то в свою очередь Фвай не подходит. И... Ну, это Айс-Айс-Айс. Я не удивлен, то, что у него есть гаш. Я не удивлюсь, если у него гаш будет макшенный в один промежуток времени, просто потому что он будет считать это необходимым. Ну и сейчас мы видим, это действительно пригодилось, потому что иногда Тайдхантеры не считают серьезной угрозой до появления левела 6. А тут вот такой вот неждан произошел. Подходит Палайдай. Ищет у нас Айс-Айс-Айса. Ну, вообще такое немножко странное решение попробовать его забрать, потому что рядом Винтер Верна, и она его может защищать. Но как минимум прогнать. Ну-ка. Да, ну вот, оно пошло нападение. Видим, что уже очень мало урона наносят. Айс-Айс-Айс продолжает проседать. Тут же Виверна. Виверна есть Cold Embrace, она его закидывает. Избивают в Cold Embrace сейчас Айс-Айс-Айс, да, и забирают все-таки Тайдхантера. Второй фраг для Team Secret. Пупей подошел вовремя. Оцени, замаксил баф. То есть против Тайда, в принципе, первый скилл носит не так много урона. И при этом Тайдхантер в большинстве случаев сможет убежать. Но вот со вторым Chilling Touch'ем Тайдхантер лопается. Да, и они в Cold Embrace ведь месят. Вот поэтому полтишку, но они бьют. Да, и Ассайсайс теперь понимает, что нужен какой-то вардет, чтобы контролировать верхнюю часть карты. Так, ну а в миде у нас продолжается просто крипобиение, причем в этом крипобиении Виха пока, как мы видим, одерживает верх, 27 на 12 против 19 на 3. Очень сосредоточен игрок команды Secret на том, чтобы качественно добивать крипов. Ну, учитывая то, что они в последнее время стоят чисто тет-а-тет, то это не так затруднительно, конечно же. Ну, такая приятная линия. Один нажал Flame Guard, пошел, запушил линию, взял руну. Или тот же Виха закидывает пауэршотами и также бежит брать. Тут смотри, внизу Глимс у нас на Мизери. Мизери крутится вокруг него. Очень жирный Дарксир. И на Сурже пытается убежать. И убежит отсюда. Не получилось убить здесь Дарксира. Не было 6 уровня у Бёрнинга к этому моменту. Естественно, Безумный Слэш никак не справится, как оказалось. Ну, там... Жирный, конечно, товарищ, 777 хп. Подай, умница. Пришел на хард, помог своему Дарксиру. Дарксир, мы видим то, что уже 6 уровня, и потом, в итоге его очень сложно забирать, и теперь он сможет спокойно один против двоих стоять. Ну и смотри, Пайлайдай выходит опять наверх. Опять у нас идет замедление, опять начинает Пайлайдай бить. Есть еще и Вортекс. Очень больно под Вортекс наваливаются сейчас игроки команды Secret. Тут же Cold Embrace. И что, можно попробовать Фенрира, например, забрать? Но нет, решили не слишком сильно заигрываться Secret. И, наверное, правильно, потому что уже сильно просели. Потрясающий это скилл-билд у Айс-Айс-Айса. Он понимает, как никто другой, что на этой линии ему все-таки придется впитывать. И качает на максимум Кракен Шелл. Чтобы враг вообще его не бил. Ну вот, это отличительная черта некоторых игроков, которые зачастую включают голову, когда играют, а не просто, блин, там где-то в гайде было написано, что Anchor Smash режет урон. Гаш качать нельзя. Да-да, гаш не качает никто, это типа для якорей скилл. Ой-ой-ой, там Мизери просто мастер мансинга, но Бёрнинг может его закрутить, хотя тут много крипов наваливают сейчас по Бёрнингу. Мизери, еще один удар! Неужели Бёрнинг умрет? Да, Дарксир его забирает! Потрясающая игра от Мизери. Старается догнать его Флай, в итоге убирает, подходит сюда Палай, да, нужно бежать Флай, нужно кому-то помочь, но ноль помощи, подходит в ВТ-3, и Флай здесь погибнет. Да, еще и пауэршот, и замечательные действия, конечно, от игроков команды Secret. Тут потерявшийся в двух елках Дарксир, это просто нечто. Мизери бог этого момента, он повесил щитка на голема, и в первую очередь не было вида. В итоге Бёрнинг такого дэмэджа просто не ожидал. Да, там щитки эти уже 4 уровня, они, конечно, жгут просто не по-детски. Так, а что у нас у спектры по бабулесам? По бабулесам пока все достаточно скудно, как мы видим. Хотя, возможно, что-то в курьере летит. Нет, в курьере тоже ничего нет.
Да, мы видим то, что в целом по нетворсам пока у нас фарм Спектры разменивается на фарм Дарксира, и Мизери на харде имеет топ-2 нетворс. Не, ну Дарксир один из тех героев, который как раз может за счет хорошего фарма с оффлейна вывести игру на себе, потому что он собирает вот эти ключевые артефакты на замес, там меки, пайпы, еще что-нибудь в этом духе, там, ну, Гвардиан Грифс, потом в итоге, например, получается. То есть ему деньги могут пригодиться. И плюс такое то, что, ну, пусть даже твоя спектра фармит немного, но при этом вот мы видим то, что в очередной раз проблемы у Флая, и хотят его догнать, прилетают сюда Eternal Envy, Флая можно забрать, нужна какая-то поддержка. Еще один ударчик, еще один ударчик не успевает! Да, немного не получилось. Ну, возможно, просто Мизери стоило кинуть Айншелл на Найтсталкера, так что у нас там в миде Виху забирают. Тоже на него набросились. Не, решили не щадить, там Бёрнинг его мне слэш потратил. Ну, Виверна там потихоньку выходит в пятый, а затем, естественно, в шестой. Ну, а зато Айс со своим третьим Кракеншеллом просто смотрит на Пупея, как на героя, который не может наносить урон. И быкует. Да. Пуша потихонечку Тауэр. Вот подходит Мизери, понимает то, что, кстати, вот Дарксир может разобраться с Тайдом все-таки, за счет таймшеллов он будет получать очень много урона, и сейчас Айс нужно аккуратно играть. Хотя... Ну, это же Айс, он не умеет аккуратно играть. Вот уже неплохо. Щитки пробивает, но подходит Бёрнинг, и с вардом начинает забирать тавер. Снизу тем временем Флай в очередной раз приходит, бежит за ним Eternal Envy, и остается в очередной раз 100 хп, как он живет, боже мой. Да, ну, Пайлайдай там даже Даркнесс прожал в итоге. Слушай, там на топе тоже за кем-то погони нет, Мизери все-таки не стали за ним гоняться. Пайлайдай пошел до конца, закрывает его Флай, подходит сюда также супер, нужна какая-то поддержка. Пайлайдай решил посражаться, летит сюда еще и Эмбер Спирит. Пайлайдай нужно забирать, и Финри старается его догнать, но Envy! Да, Envy на подсейве решил немного действительно помочь своему тиммейту. Там на топе в это время умер Тайдхантер, непонятно вообще каким образом. Он там один оказался, все остальные уже убежали. Смотри, что Дарксир себе покупает. Я как раз хотел пошутить на тему «Лост бы одобрил», но ты как раз рядом со мной. Ну, посмотрим. Спектра в игре как-то... Ну, пушить как-то особо здесь нечего, разве что ВР-очка пойдет через фокус нарезать. Поэтому, может быть, и окупится. Увидим, что он с этим айтемом сделает. Так, ну пока вот Фай в миде остался для того, чтобы добрать немного опыта, потому что на 11-й минуте мид 4-й левел — это как-то совсем не торт. Нужно, да, немного поэкспиться. Они так хорошо распределяют фарм, то есть сначала Винтерверна забирала на миде экспо, и сейчас Флай подошел. Правда, сейчас уже бежит Винтерверна, говорит, так, Флай, подожди, еще рано, еще время не пришло, ну-ка, давай поделимся, но нет, не может прогнать. Ну, суммарно пока что секрет немного впереди, там 2000 нетворса, 2 или там 3000 опыта, и в принципе по темпу игры это более или менее понятно, правда, погибает сейчас Пупей на топе, Бёрнинг не дает ему сделать тэп-аут, успевает его убить за то время, пока читал свой свиток Ancient Apparition. О, а Тайд занимается любимым занятием всех Тайдов раньше, как это происходило. Он просто заходит в толпу Ancient'ов и начинает махать своим якорем, не давая вообще никому нанести себе дэмэджа, даже маломальского. Да, Кракен Шелл на строечку, и при этом Анчер Смэш тоже достаточно промахшен, поэтому здесь ему крипы ничего не сделают. Ну и можно спокойно дофармить себе меку. То есть мы знаем то, что Team Secret никак не смогут помешать, потому что тут такие герои, там, спектра, и, ну, она точно не будет на тебя нападать. Это можно понаглеть. Да, ну вот Эмбер Спирит тоже, я смотрю, что-то немного, хотел сказать, немного бомж, но в принципе тут пока у всех не так уж много денег, просто на артефактах не слишком сильно отображается. Вот Апаришин уже уровень 6, можно с ним что-то пытаться организовать, возможно, какой-то выход. Я думаю, ждут ночи. 15 секунд на ночь у Найтсталкера, еще 15 секунд до основной ночи, и можно спокойно идти и пытаться убивать врага. Вот Бёрнинг очень интересно играет, то есть, казалось бы, вот мы у тебя по-прежнему мути, нет, там как-то проиграл? Я сейчас посмотрим, да и вот... Супер тоже, между прочим. И Супер тоже? Хорошо. В общем, Бёрнинг довольно-таки агрессивно играет, он бегает по вражеской половине карты, потому что здесь никто ему не указ и очень тяжело забирать. То есть нет какого-то суперкрутого хикса, дизейбла, и поэтому он дает разведку для своей команды. Ну вот еще на стадии драфта говорили наши аналитики о том, что если только ВРК купит какой-то быстрый даггер и сможет ловить действительно этих людей. Вот, например, как сейчас на Супера идет сразу же показ. Жесткое нападение. И просто деклассировали только что Эмбер Спирита. Отличный смог ганг. И теперь самое время отходить. То есть, да, вы сделали фраг, да, у вас получилось забрать врага, но с другой стороны, как-то вот, ну, мы видим, вообще отсутствует какой-либо пуш-потенциал, и давайте поджираем спектру, потому что в лейте она, ну, убивает почти любого сразу.
Да, спектралы, те, конечно, очень страшная штука. И так, у нас там в миде, слышу. Сталкер начал немножечко кипишовать, да, там и Kinetic Field в итоге дизраптор поставил. Но и Виверна сидит на хайграунде, ждет. Молодцы секреты. После того, как они сделали минус, они хотели удостовериться в том, что, ну, никого нету в их лесу, никого там, может быть, нету снизу, и просто заставили ВГ прийти на защиту. О, 4 игры выиграла. Все 4 игры выиграла. Ну, один из лучших, наверное, героев против Джаггернаута, потому что даже иллюзии. Да. Иллюзии действительно будут немного мешать. Даже, ну, не немного. Да, немного, он там по всем прыгает. Там, видишь, прыгает тебе Джаггернаут, опыт, и на другую улетел. Ну, это да, это достаточно сильная штука. А можно подсветить кого-то, чтобы Верочка связала? Нет, Спектра вообще очень такой мощный лейт. Единственная, конечно, проблема персонажа в том, что нужны хорошие слоты, и чем больше, тем лучше. Конечно, можно про многих героев так сказать, но вот Спектра... на Спектре это чувствуется как на каком другом, наверное. Разве что еще Эмбер Спирит, когда он бомж, он такой же бесполезный. Опасно, опасно. Выбегает Бёрнинг, но Спектра от него уходит, подходит по Лайдай, начинает Бёрнинга пинать, и вот то, о чем и говорилось, Бёрнинг, ну, пока почти неуязвим. Его такими гангами не взять. Так, а что там Дарксир, который с Мидасом? У Дарксира уже 2200. То есть это может быть и быстрый блинк, в чем я пока на самом деле сомневаюсь. Ну, или же более понятно, какая-то мека. Да, вот что-то такое. Ну, мы видим то, что Мизери играет так стабильно. Гвардиан Грейв здесь пригодятся. Безусловно. Гвардиан Грейв вообще всегда пригодятся. Ну, там и Тайд с прокастом, и Дизраптор, Виверна. То есть все это магией бьет, и должен выхилить. Тут, на самом деле, и Пайп может быть не самым лишним, если уж на то пошло, если будут совсем люто драться. Вич Гейминг. И секреты отступили. Секреты у нас сейчас занимают оборонительную позицию. То есть даже несмотря на то, что ночь, но, как мы видим, у Вичи Гейминг есть Тайдхантер, и он также имеет меку, поэтому Ravage сейчас лучше всего на свое лицо не получать. То есть пока Спектра фармит, мы видим то, что у Спектра уже 2300 голды, то самое лучшее — это как-то стараться убежать. Ну да, секрет получается как, если в глобальном масштабе посмотреть, то есть они хорошенько шуганули Вичи, заставили их малость зажаться, но так как Вичи ребята тоже не пальцем деланы, они прекрасно понимают то, что именно это и требуется для секретов, поэтому они времени зря не теряют. Они просто выходят, начинают ломать уже твора как можно скорее. Так, у нас там в миде немного Пайлайда и жало макнул. Кстати, ему сейчас это жало, наверное, и оторвут. Да, вот он, Глимпс и пирог Ложь Смерть. Пока еще живет, конечно, но долго живет сталкер, видим. Жизненный Вая даже напрыгнул. Совсем дерзкий такой Найтсталкер попался. Ну, как говорил, сказала бы наша англоязычная студия аналитики, это Space. Это Space для своей команды. Ну, я бы тут, наверное, даже с ними согласился, потому что было видно, что он знает, куда он идет, куда он отправляется. Так что не собирался вообще никуда там убегать, как-то мансить. Просто пошел в атаку в лобовую. Но это его стиль. Он так даже иногда улыбается. Бёрнинга старается Дарксир цепануть, но Бёрнинг аккуратно ушел наверх. Тем временем в центре улетает Эмбер Спирит, не получилось его никак подцепить. И Ичи Гейминг пока продолжают кайтить. Да, ну, Спектре, возможно, стоит... не стоит гоняться за всеми вот этими недофрагами, а сосредоточиться непосредственно на фарме, потому что именно это требуется сейчас для дайеров. Ну, знаешь, есть такой легкий плюс, то есть ты даже если прыгаешь, никого не убил и от тебя враг убежал, то с другой стороны хотя бы ультимейт подсвечивает вражеских героев, и ты, например, знаешь, где там бегают другие товарищи. Ну да, инфу можно собрать, конечно, и от этого как-то строить ближайшую там минутку хотя бы перемещений. Так, у нас нападение в миде на Пайлайдая. Опять его глимсят, опять его пытаются убить. Тут, правда, шекл, но немного неточный. И все, опять минус Найтсталкер. Опять Space Creating. Да, но много потратили. Потратили ультимейт Дизраптора, при этом еще приличное количество маны. Вот сейчас им будет сложновато запустить этот тавер, если они быстро не ворвутся. Нужно прям Айсайсу летать как босс и пугать своим видом. А вот он и стал как раз самый первый. Говорит, ну что, давайте. Ну, топор отдал. Ну, да, не слишком серьезно выглядит эта заявка, да, и в итоге тир-1 вышка падает. Но вот Twitch хорошо прессует своих врагов, чувствует то, что секреты пока еще не готовы драться, потому что, ну, потому что Мидаса тут еще есть и все остальное, поэтому лучше всего нападать. Ну, вот мне нравится смотреть за играми таких вот топовых коллективов, потому что они мало того, что понимают, они еще и делают то, что они понимают. То есть
в курсе, ребята, так. Там фармит спектра, надо пойти поджать. У нас стоит смека, и с нами не могут драться. И все, они идут, а с ними и не дерутся. Они уже отжимают вторую или там третью вышку подряд вообще без замеса. И при этом очень тяжело терпеть. То есть, есть бытует такое мнение, что как-то можно там подкидываться издалека, вот то разве что у Эрочки это хорошо получается, но дизраптор, который цепляет тебя с 1800 ренджа, не позволяет тебе так защищаться. Да. Ну и раз уж у нас получилось забрать три вышечки, можно и дальше продолжать. То есть мы видим, что пока Vici Gaming никуда не торопится, возвращает потихонечку свое преимущество. У них вот отыграли порядка 2000. Так. Ну да, да, очень качественные действия от ВГ. Оцени, сколько тут стаков. Ой, как хорошо Тайс Остайс вообще нафакливает. Да, обмазался просто эйншентами. Он подождал, пока уйдет Эмбер Спирит наверх, Джиггернаут вниз, и все, я тут один, пожалуйста, не трогайте. Не, ну, Тайт, конечно, просто невероятными темпами фармит в итоге. 11-й левел. Вот теперь с Блинком непонятно, как вообще Team Secret смогут сражаться против своих врагов и могут идти дальше агрессивнее играть. Вот и Фай, вот оцени, кстати, какой вардинг они поставили. То есть здесь абсолютно все. Вард, который палит перемещение снизу, также мы контролируем эншентов, ну и при этом еще завардили вражеский лес. Да, очень такие боковатые варды, которые как раз палят то, чем занимается команда противника на своей территории, а не защитные. Да, то есть на своей территории они вовсе не нужны. Ну да. Так, и пошел бёрнинг. Вернули. Там кого вернули? Опять сталкер вернули. Что-то Пайлайдай может переборщить со спейс-креатингом. Уже дважды он погиб. Хотя успевает улететь с телепорта. Ну, неплохо, сыграно. Так, тут Айс-Айс-Айса связали и просто бежать. Бежать отсюда нужно, куда глаза глядят. И Виха, и Пупей понимает. Вот Бёрнинг смотрел на этого Пайлайдая, он думал, что по-любому нас опять разводят. То есть по-любому мы сейчас потратим Omni Slash, не сможем подраться, поэтому лучше-ка я заселю свои скиллы, и как бы это смешно не выглядело, но Пайлайдай отступил. Ну и пока, наверное, можно только за ним смотреть, потому что остальная команда Secret спокойно фармит. Да, вот на так. Envy фармит, у Envy уже Sacred есть, у Envy вообще все супер замечательно. Так, у нас там на эншентах нашли Вьеху, на Вьеху уже всадили два ульта тут, а Паришит хорошо заливает по троим, но нет команды, нет здесь команды. Вот только-только сейчас ультит спектра, и Фая можно пытаться убивать. Хорошо, айс-айс-айс, если у него мана, а он уже давал рейвидж, у него уже нет рейвиджа, тут стяжка, стенка в четверых! Какой невероятный дэмэдж выдают Секреты! Правда, Бёрнинг крутится, Секрет потихонечку разваливаются, Джиггернаут в раскруточке будет добирать Пупея от стики. Выживает Пупеха. Какой же невероятный кайт от Пупея! Бегут иллюзии, убивают всю команду, подходит та же Айс-Айс-Айс, которая убегает спектра, и, боже мой, эта стенка, это MVP этой драки. Да, стенка, конечно, MVP, но даже несмотря на это, без достойного продолжения не получилось завершить драку в свою пользу, и вот эти два бегуна, этот Джиггернаут, этот Эмбер Спирит, они просто забегали до смерти Секретов. Ну так, знаешь, более-менее. Учитывая то, что у Секретов не было вообще ничего, не было даже Верки, которая упала в одно мгновение, они подрались довольно-таки достойно. То есть да, мы не так много наубивали, но с другой стороны, если посмотреть, у Тайда Ravage 85 секунд, у нас по-прежнему есть Найсталкер и Ночь на дворе, и можно попробовать пойти кого-то убить. И готов Радианс на спектре, что немаловажно. То есть мы видели, что если Апаришн попадет нормально ультой по двум, по трем пацанам, да, и спектра залетает с Радиансом, то им достаточно больно. Но дизраптор, он будет сразу падать. Да, что... Виверна, дизраптор, это как раз те два сладких бубалеха, которые будет ломать спектра. Причем там даже особо стараться не надо. Если там еще какой-то пауэршот мимо пролетит, то эти два товарища просто погибнут в одну секунду. Да, вот сейчас, кстати, увидели Супера, Супер тоже видел, и забираются, да, тут стаки, забирается лишний фарм, тут еще Тайт продолжает бычить. Чувак, у тебя нет рейвиджа? Видимо, его это мало колышет. А у Пупея нет команды. Пупея один, Static Storm, погиб. Неплохо. Да. Да, и без команды, конечно, тяжеловато воевать. Так, там скоро у спектры появится ульт, поэтому Envy окажется в замесе. Ну, Envy и так в замесе, потому что Envy на миде сейчас находится. Поймал фисты. Ну да, 1000 хп, конечно, его снести вообще пока не особо большая проблема. Но сейчас он не так опасен. То есть вот мы видим то, что Envy как-то старается помочь своей команде. Может быть, даже покидать ножик во врага, который тебя старается забрать тавер. Но здесь лучше всего принять другую роль. Это просто по кулдауну фармить свои или чужие риса и на линии вообще не показываться. Ну да, то есть от тебя будет намного больше пользы, если тебя вообще не будут видеть на этой карте, а ты потом в один прекрасный момент будешь появляться там с одним лишним слотом,
и разваливать кабинеты. Тут все абсолютно верно. Так, ну и Vici Gaming по-прежнему лидирует. 3000 голды уже и 3000 экспы довольно-таки солидно отрываются. При этом еще покупают уже внушительные айтемы, это Battle Fury на Ember Spirit. И было бы здорово смог нажать. Там Battle Fury и Яша уже у Бёрнинга. То есть тут Джиггернаут становится совсем страшным. Конечно, Аганим добрала Windranger. Это уже хоть что-то. Это уже первый нормальный артефакт, после которого пойдут действительно нормальные артефакты. И похоже на то, что действительно пойдут Пупей прочекал варды. Видно, что ничего нет, и решили рискнуть. Да, ну и вот они побежали. Первый, как обычно, бежит по Элайдай, находит он супера, но это как раз тот, кого нужно было найти далеко не первым, потому что Сайленс кидается долго, супер очень хорошо отреагировал. Есть даже ощущение, что им повезло, что они нашли Эмбер Спирита, потому что если бы они поднялись на эту горочку, тут стоит Винтер Верно в позиции, и Тайдхантер, который был также на хайграунде, там... Все убить могли, все умереть могли. Да, ну и Бёрнинг. Вот, смотри, вот Бёрнинг делает все очень круто. То есть пока команда там где-то типа отбивается, даже пассивно, да, отбивается, просто стоит там в защите, Бёрнинг в это время спокойненько сплитит. Он знает, что ему наказывать нечем, ой-ой-ой. Да, вот пытаются его наказать, хотя могут и убить здесь сейчас, еще пару плюх, но нет. Не хватает дэмэджа, и Бёрнинг выживет. Даже под эффектом айсбласта, но он выживает и начинает регениться. Он продолжает разводить. В итоге секреты прибежали наверх, все команды потратили ультимейт аппараты, и это зеленый свет для того, чтобы пойти и поставить варды на вражеской карте. Ну, вот. А вот они тут и бегают всей толпой. Да, вот чекают варды, но вот посмотри, какой вард. Ты посмотри, какой вард. Да, не достает центрячок и находят его. Ничего себе. Задроты. Ну и, по идее, можно на Рошана попробовать зайти. То есть, в принципе, все есть. Ой-ой-ой, тут бегут за V3-3, подходит Ember Spirit, может его забрать, возвращает Дизраптор в V3 обратно. Нужно убить, ни в коем случае нельзя убегать, но убегает, а посмотри, и хороший ультимейт. От аппарата, но Виха погиб. Да, Виха погибает, тут есть Envy, но все равно против Супера с дабл дэмэджем я бы на его месте не особо воевал, хотя у него приходят тиммейты, есть вакуум, у Супера тут только Ремнант, причем он стоит прямо у него под ногами, поэтому никуда отсюда не упрыгнуть, и это фраг. Ну, у размен в итоге получился годный. Добавители. Да, в итоге там Apparition заработал 6 соточек, ну и, в принципе, Спектра там немного поучаствовал, сейчас еще и вышку забирает Envy, то есть у него уже 2300, это, возможно, будет либо ультимейт арба, либо... Яша сразу, ну если на Монтастайл, конечно же. А Монтастайл может быть не лишним здесь. Да, и секреты понимают то, что раз уж мы не можем, ну, грубо говоря, начать драться, мы видим, да, то, что Эмбер Спирит в большинстве ситуаций, он, ну, как если захочет от нас убегать, то вместо того, чтобы пробовать эти лобовые атаки 5-5 смоках, они делятся по 2, по 3 и разводят своего противника. То есть тут как вот, ну, как бы есть варды у Vici Gaming. Да. Но они уже заканчиваются. Вот сверху. Все. Вард пропал, и теперь нужно опасаться. Нужно опасаться для них, поэтому все принимают свои позиции, уходят на эшентов. Как-то они застопорились. То есть я не ожидал такой игры. У тебя мека, у тебя Guardian Greaves, даже вот так. Да, так у вот, тебя... они забрали тогда первую линию тавров и действительно, как ты правильно отметил, приостановились. Why? Там же Тайт вообще 11-й супербыстрый получил. То есть тут иди и дерись со своим вторым рейвейджем. Да, у суппортов, в общем-то, все есть. Тут Glimmer Cape на Disruptor. Нужно вот попробовать словить. Ну вот, найдут сейчас Виху. Опять его ловят. Тратят две ульты на Windranger. Байбека нет. И можно забирать Рошана. Да, тут еще, кстати, Apparition поймали. Хорошо подсветил Тайдуха. Упей выдает ульт, но без толку. Знают, где искать в Т3. То есть в очередной раз его ловят вот на этой паберской точке, где ты, если что-то не пошло, ставишь на горочку, убиваешь крипов. И пока их смоганги идут очень хорошо. Да, ну и Рошанчик халявный, по сути, получается. Правда, ну, должны, наверное, успевать его убивать. Плюс у Apparition там кулдаун на ультимативные способности будет лишних 3 секунды. Плюс пока долетит лишних 3 секунды, ну... Да, без проблем. Без проблем. Вичи разбираются с Рошаном. Эгида достанется, возможно, Эмбер Спириту. Да. Ну, Бёрнинг уже очень сильно запакован со своим блинкдаггером Яшей и Батлфьюри. То есть он вообще может прыгнуть на кого угодно, на того же Apparition там куда-то за спину нырнуть и просто его выпотрошить. Да, если вдруг сталкер повесит на него Сайленс, то он также успеет сделать блинкад, потому что дамага это не наносит. Ну и, в принципе, Бёрнинг-то играет довольно-таки хорошо на Джиггернауте.
То есть, казалось бы, он бывает выбирает такие сейфовые варианты, но вот как отмечал Габлак, вот его часы в папчике и 7400 РММ, они не прошли даром. Ну и да, он... вот много ситуаций обыграл он за эти там несколько тысяч часов в папчиках, и поэтому не особо теряется, когда какие-то непонятные вещи происходят. Ну потому что раньше, как ты помнишь, ты комментировал, он там на Вивере собирал линку, потом БКБ, потом еще что-то, чтобы не умереть от какого-то стана, но сейчас уже совсем другая игра. Он понимает одно, что ты прыгнул, кого-то забрал, дальше неважно, да? Дальше, если убьют тебя, то... Ты там еще что-то даже рукой кого-то ударишь пару раз, там еще крит может какой-то вылетит, да, то есть ты со своей задачей уже справишься по умолчанию. Спектр. Яша действительно есть, как и предполагалось, это будет Манта, и причем даже без Виталити Бустера вот этого играет типичного спектра, потому что есть у некоторых игроков привычка покупать Виталити Бустер чисто на жир, чтобы не умереть. Ну, такой билд, то есть, с одной стороны, у тебя есть ХП, но с другой, ты же все равно не хочешь идти в драку. И ну, вот, да, да. И вот Яша, она тебя так бустит по фарму вполне. Там нереальный МС и довольно-таки хороший демедж помогает. Так, ну и... Секреты... С Маке секрет заходит в спину, а вот ожидают ли Вичи атаки из-под тяжка? А там дизраптор в инвизе-то! Он сейчас спалит всю эту контору! Нет, пока не палит, но Вичи что-то заподозрили. Но Фай очень хорошо стоит. Даже если вы выйдете с Маки и заберете одного суппорта из Раптора, то он прикрывает своей спиной всю свою команду. Ну, какой молодец-то, а? А если выбежит Найсталкер и не успеет среагировать, то его можно вернуть. Ну да, и вообще вся инициация тогда провалится. Вичи читает игру. Вот разве что, по-моему, Путей не читает игру, сейчас довольно агрессивно перемещается, причем непонятно, куда он идет. Подожди. Да, ну вот смотри, сейчас будут миди убивать, кажется, и Фуай заходит, видит ВР-ку, видит Дарксира. Дарксир успевает блинка уйти, тыкнул даже Куру. В итоге Винтерскерс глимпсует Мизери. Мизери прожимает Гвардиан Грифс. Кстати, Мизери тут тяжело убить, он просто убегает пока что на ноге. Бёрнинга хорошо пытались подтянуть, но в итоге вырывается он с умнислэшем на ДС-а. Ну, выжили максимум. Даже Эмбер Спирита почти получилось прессануть. Тайдуха! Только хотел сказать, не нажимай эту кнопку, ай-сай-сай, он уже давно тпшится. Но лед все-таки жмакнул Ravage, и 140 секунд не будет. Но в его глазах видно то, что давно он ее не нажимал, то есть надо проверить, как это, да, там... Типа все так же работает, или может что-то поменялось? Хорошо, тут действуют и одни, и другие, качественно ловят друг друга, но вот теперь Kinetic Field, замечательный. И Static Storm не зачем жалеть, забирает также VT3, и Vici Gaming очень уверенно находится. Слушай, ну а вот тебе и спектра под ульта Паришина-то в итоге. Ну такое, опасная игра, Инви нужно срочно убегать, подходит вся команда, можно постараться разменяться, спектра старается убить Джиггернаута, Эмберспирит умирает, и это минус 2. Там еще и третий сейчас будет умирать, там за Фенриром побежал по Элайдай, и он будет его так же сейчас ручками царапать, я вижу, как он его хочет, и это трипл килл от этого самого Найтсталкера, который вначале ходил, умирал по кулдауну, ну, между впрочем, у него 3-3-3, то есть вроде мы как видели, что только он и умирает постоянно, но всего 3 смерти. Но все смерти были очень полезные, то есть оттягивал он время. И Vici Gaming так сейчас смотрят на ISSS, грозят ему аккуратно пальчиком, говорят, что все, ISSS проверил, работает? Да, работает. Теперь по героям, так же, только по героям, да. И у ISSS появляется потихонечку пайп, судя по худику. Да, очень крутой выбор. Там почти одна магия. Ну, то есть есть ВР-очка, которая пробивает через Focus Fire, но она еще не так запакована, и похоже, что будет варить себе Blacking Bar. Ну а вот Спектра, Дарксир, Аппарат и Найсталкер, тут, в принципе, основной мэджик урона, попадает на Мизери, разрубил. Вскрыл. Да. Как консервную банку. Госкептер бы. Я вот что-то думал. Да, и поэтому у Бёрнинга всегда появляются диффуза на этом Джиггернауте. Я говорю, у него получается просто антимаг в итоге. Только Джиггернаут. Да, ну, конечно, от Радианса будет очень серьезная защита. То есть не только от Радианса, от ульта Апаришина. Вот это мека-пайп, если до ульта Апаришина, естественно, это все залетит, точнее, будет все активировано качественно, то очень мало магического урона получится секретом нанести. А у них пока другого и нет. Ну, пока, да, пока они потихонечку одеваются. Вот такой переломный момент игры очень скоро может наступить, то, что Пайлайдай почти имеет агоним. То есть, ну, буквально, как вот многие говорили, что иногда игра не идет, и ты фактически ничего не можешь набрать, но сейчас уже остаются 250 голды, и вот после этого Vici Gaming очень тяжело будет рваться.
там, дизраптор не видит, вот тяжело вернуть. Винтровернии тоже нужен какой-то простор, а на нее еще первый можно синициировать. Ну да, там в свою очередь и спектрак, который дает нереальный вижен, еще и сталкер будет давать еще более нереальный вижен. Так, ну и вот он оставил также у Джиггернаута, как раз против Сайленса, да, сталкера. Понимает он, что может пока что сталкер ночью всего лишь одной кнопкой вырубать такого мощного героя. Не хотелось бы так. И вот, вот, только-только долетает пайп, видите, сразу же прожимают смоук. Смоук этот не видели, ребята, Secret. Вот такую нарисовали полосочку на линии, но, видимо, нарисовал ее ISIS, ему сказали, не, бро, нам в другую сторону, и побежали наверх. И сейчас будет стычка, сейчас все друг на друга набегут. Тайтхантер! Срывает же в четверых фьердов, как будто не прыса! Не прыса, фьердер скерз, даешь, боже мой! Но Виха сгорает! Хорошее продолжение, цигуется, Асайсай за Пупеем, Пупея нужно цеплять, возвращает FY, как всегда на высоте, и Пупей также погибает. Но на самом деле, если бы Фенрир сделал более грамотно, умерли бы вообще все. Да, если бы он дал вот этот вот Winter's Curse, да пофиг кого, просто вот в эту толпу, которая бы убивала там друг друга, все бы сразу полегли. Да, но в итоге обделались легким испугом Secret, забрали только двух игроков у них, и теперь у них хотя бы остается возможность позащищаться немного, потому что так бы с Team Wipe'ом они, возможно, бы и без стороны остались. Ну вот после этого у Team Secret должна быть такая мысль, что хуже быть не может. То есть настолько криво приняли файт, погибло всего двое, и все, что нужно сделать, это просто пойти уверенно подраться. Да, вот мы видим то, что даже небольшие проблемы с тем, чтобы зайти на хайграунд, спектра с Дарксиром, ну, даже, по-моему, ничего не юзая, защищаются. Ну да, там просто висит какой-то один Айншелл условный, тут Энви забегает. У него, кстати, есть ульт. Вообще он может нажать кнопку, если сильно захочет, вот, если летит попадет. Ульт аппарата. Да. Бам! Аймшелл еще висит на нем, забирают одного. Можно прыгать дальше по всем остальным. Прыгает Энви на FY. FY также забрали, минус 2 в ответочку, и молодцы. Что творят секреты? Да, и шеклшот! И Гёрник. Вот они, иллюзии, гасты, вот это все, весь этот мусор, по которому не стоит прыгать Джиггернауту, но не может сделать иначе. И Бёрнинга тоже засасывает опасная трясина в лице Дарксира. Правда, еще вроде бы воюет, но очередной Шекл связывает также еще и Айс-Айс-Айс. И его тоже убьют. Какой невероятный ответ от Team Secret. Невероятная инициация от Спектра и Дарксира. Как же они закомбинили. Да, Спектра, конечно, очень круто попрыгала. Ну, с Аймшеллом, с Радиансом. Да, и ульт Эншента Паришна, который там тоже немного шороху навел, не дал Виверне выжить, никак себя подсейвить. В общем, Secret просто аннигилируют. И да, несмотря на то, что по деньгам-то вроде никто толком и не вел большое количество этих самых денег, но сейчас чувствуется превосходство Secret. Причем еще очень неприятно то, что если Vici Gaming убивали, ну, делали там минус 2, то им было очень тяжело пробивать тауэр. Но здесь мы видим то, что под фокус фаером ВР-очки очень быстро падают здания. Да, то есть любая там лишняя смерть, любые 20-30 секунд, которые вы подарите этим ребятам, это потенциальное минус здания. И отошли. Ну, отошли, решили сами не попасться на то, что только что организовали собственноручно. Я вот вспоминаю времена с Пупеем, когда, ну, как это бывало, то есть ты выбил какой-то кулдаун, неважно какой там, ульт Тайтхантера, ульт Джиггернаута или что-то еще, и после этого у него всегда есть такой один момент. Все, мы сильнее, идем. Неважно куда, неважно что, Энви прыгай один в четверых, и Энви залетела так бодренько. Да. Неплохо получилось. Ну что, еще один смоук, судя по всему, от Vici Gaming. Да, опять они собрались толпой. Опять понимают, что у Тайтхантера есть Ravage. Ravage третьего уровня, и нужно нападать. Секреты, в свою очередь, тоже готовятся к смоку. Мы видим вот то, что разбили с энтрями. Ну да, тут гемон и сталкера, и можно готовиться. Видят спектру. Тайтхантер! Опять Ravage двоих, и в этот раз Джиггернаут распрыгивается невероятно круто. Правда, выживает пока что Энви, но убивают и его тиммейта Дарксира. Кого-то еще поймают? Отличный врыв. Эта руна их и похоронила. Ну так, значит, немножко жадно бежать на нее вдвоем. И Дарксир и Спектра, они так на перегонке. Я возьму мое. И тут Тайтхантер такой из-за угла. Тут Тайтхантер. Да, ребят, берите.
Но вот сейчас Tidehunter уже начинает так хорошо себя показывать. То есть, казалось бы, то, что про него очень многие забыли, то, что этот герой, ну, имеет очень долгий КД, в итоге это в этом, с одной стороны, его сила, но с другой стороны, ты можешь его похоронить. И вот сейчас, когда спектра падает, лежит, наверное, там где-то по 100 секунд, у него ульта, ну, довольно-таки быстро откулдауннивается. Ну да, то есть разница между вот этим таймером респауна и его ультой, там буквально минута в итоге получается, так что, а это не так и много. Вот сейчас можно закомбинить, у спектры есть, нет байбека у спектры, хорошо доджит ультимейт и продолжает наваливать. Да, и у Джиггернаута через 7 секунд будет хилинг-вард, так что без ульта Апаришина тут ребята с Рошпита выйдут фуловыми, да, еще и Гвардиан Грифс, и Пайп прожимается на всякий пожарный, Рошан остается 1500 хп, подходит Пайлайдай, но, естественно, ничего тут уже сделать не могут, Бёрнинг, вертушки, чтобы с ним ничего не случилось, забирает Эгиду, приходит Пупей, а ты зачем пришел, собственно говоря? Прикольненько! Ну, слушай, продолжают нападать, понимают, что у Тайда ульты как раз-таки нет. Вот та самая минута, очередной офигенный шеклшот от Вихи. Виха продолжает расстреливать, правда, это все в полном рейс, поэтому очень мало урона уходит. Отсюда Эмбер Спирит его запиливает, собственная иллюзия. Прячется в Рошпите, но его находят и уничтожают. Бёрнинг тоже будет умирать. Минус Эгида. Хороший винтерскорс от Винтерверны. Подходит от Тайдхантера, рисается Джаггернаут. И сейчас он будет нарезать. Есть ультимейт, можно в кого-то кастовать. Прыгает за Мизери, Мизери возвращает. И Мизери забрали. Отличная драка от Вичи Гейминг. Браво. Если бы еще спектру забрали, но это был бы шоколад. Спектра на 150 хп, бедняга, еле-еле живая убежала. Отсюда еще Пайлайдай пытается скрыться. Ну, если бы Пупей так не зашел, это могло бы получиться пожестче, получше. Это было нечто. Я не знаю, может быть, он просто потерял из виду своего героя и не понял, где он находится в данный момент. Потому что, ну, так нагло заходить, это совсем неправильно. Может быть, он просто сказал, Пайлайдай, где ты, иди. А то я пойду. Иди, выполни свою задачу, и сказал, нет, ну ладно, раз такие дела, то я пойду. Может быть и такое. Так, тут у нас пошел очередной даггер, нападает на Фенрира, выпускает иллюзии спектра. У Айс-Айс-Айса уже есть ревейдж, поэтому нужно бояться этого полосатого парня. Очень хорошо действует Eternal Envy, так вот заманивает по Т4, но его возвращает. Действительно. Глиммером офигительно подсейвили в итоге его. И Envy идет в контратаку, отличный ульт по двоим, но опять же нет продолжения. Гонится Envy, хороший МС, нападает на Ифа, Ифа забрали, можно дальше продолжать. Пайлайдай выдвинулся, находит Фенрира, Фенрира нужно вязать, но очередной глиммер спасает. Ох уж эти глиммер-кейпы. Два глиммер-кейпа только что было использовано, оба спасли чью-то жизнь. Прям какая-то социальная реклама, знаешь? Скрытая реклама. Купи глиммер-кейп, спаси жизнь. Ну, тут просто у всех айтемы забиты. Есть да. Только свободный айтем, разве что у Винтерверны. Ну, Пайлайдай говорит, у меня топорик, сорян. Не могу выбрасывать, я диваржу. Говорит, купи ты давай, Сентри покупай. Не, ну а что, без топорика ему просто совсем кисло. Так-то с топориком ты что, прибежал, бам, щелкнул вардец, бам, щелкнул вардец, и все, и не особо паришься. Слушай, сейчас найдет людей. Можно и подфармить Пайлайдай, раз уж игра пошла, вот мы видим то, что на сталкер так уверенно подтягивается по нетворсу, уже почти 10 тысяч голды, и вот так очень скоро, глядишь, догонит Виху. Тут сердце Тараскевича появляется у спектры, и с этой Тарасочкой уже станет Envy намного больше урона отдавать со своей пассивки, с дисперсии. Да, он хорошо понимает, что раз у тебя в команде есть ВРочка, на которой может повесить аппарат свой баф, также мы имеем и, ну, в принципе, высокий ДПС от V3-3, то в этот момент можно забить на то, чтобы дамажить по противнику и впитывать. Ну да, спектра никогда не жаловалась на то, что ей приходится впитывать. Ну и тот же Дарксир. То есть, если ты затанкуешь, если ты покажешь своих противников, то всегда может зайти стенка стяжка, и тогда там вообще все погибнут. Иллюзия Джаггернаута еще так просто никого не отпустила. Такс, ну и Виха. У Вихи, правда, вот вроде бы мы говорим про дэмэдж, но на самом-то деле у Вихи нет вообще ничего на урон. То есть это БКБ Аганим, который добавляет весьма посредственное его количество, и ГОСТ. Ну он такой, он старается как-то, я даже не знаю, как-то пережить врыв Джаггернаута, потому что, ну, Джаггер с Бенка будет тебя закапывать почти сразу. Но БКБ, ну, приходится БКБ делать, ничего не поделаешь. Ну да. Слишком много магии врага. Так, и у нас там в миде Бёрнинг дофармливает, у него уже баширок есть.
Вот это сигнал, то, что Найсталкер завязал ночь, и Ричи Гейминг, так, убегаем, бегаем, ищем хайграунд, Бёрнинг нашел хайграунд, говорит, парни, туда, но нет. Убегают на базу сейчас ребята, и... Ты пошел первым, вот это интересный момент. Это как в прошлый раз примерно, да. Там все с этого начиналось. ПЛД, иди давай, ПЛД, иди, фить. Слушай, всех видят, можно грамотно спланировать атаку. Ричи Гейминг, возможно, и не подозревает, что сейчас с фланга крадется смерть. Кинетикфилд не в ту сторону, не с той стороны, ждут. Пиверна убивают, влетает Спектрас, ульты минус Фенрир. Тут же Дарксир сразу же ставит стенку, Бёрнинг начинает распрыгиваться, вроде бы неплохо, но правда уходит по иллюзиям, дальше нырять. В это время Рэвидж, от Айс-Айс-Айса, но тоже ни по кому не попадает, есть стяжечка. И ульта Паришина по Айс-Айс-Айсу, ну ладно, Тайда-то убьют, это не так уж и важно. Бёрнинг уходит также и Эмбер Спирич. Возможно, еще будут одни фисты, да, но мы видим, что пока он почти никого не пробивает. Божественная инициация Team Secret. Даже несмотря на то, что ППС спалился, вовремя зафокусили Винтер Верну, Эмбер Спирита начали убивать, он телепортнулся на ремнант, который был снизу, и не успел вернуться в драку, и вынуждены были в меньшинстве. Да, выживать. И Envy начинает ковырять здание, то есть мид 100% потеряют Вичи, другие стороны они потерять и не могут, потому что там еще тир 2 стоят. Причем так довольно-таки агрессивно себя ведет, специально подставляется, чтобы давать вижен, и Эмбер Спирит с этим ничего делать не может. То есть да, ты можешь там кидать свои фисты, у тебя есть Дейдаус, но Тарасочка на спектре выхиливает весь дэмэдж, и самое время отступить. Да, неплохо. Хороший заход от Secret. Конечно, одна сторона, тем более центральная, там на 43-й минуте, это не густо, но уже начало положено. Так, и Палай дай, 3000. Он сейчас так думает, у меня таких денег сроду... Сроду таких денег не было, чтобы купить. Но какие могут быть варианты? Вообще вариантов может быть тоже очень много. То есть и сталкеры с башерами были неплохи в свое время. То есть ты просто нажал рейд-клик за кем-то и гоняешься, вот. Типа не выпускаешь пацанов. В последнее время Мун Миндер из команды UG продемонстрировал прикольный билд. Это Октарин, который почти вечную ночь. У ребят из UG у них есть вот этот сталкер. Все правильно ты вспомнил через Октарин. Потому что там получается 10 секунд между ультами сталкера разница. Да, и поэтому и всю ночь ты перемещаешься в ночь. Ночью, но мы видим то, что Паладай собирает Владимир и тоже делает довольно-таки правильно. То есть усиливает тимфайт. Я думаю, вот молодцы наши профессиональные команды, которые находятся в топе, потому что уже все пакуют Владимира. Виртуса пакуют Владимира, и пофиг вообще на ком, лишь бы его собрали. Team Secret пакуют Владимир. То есть все это делают, и сейчас Team Secret значительный перевес. Хорошая аура. Ничего не скажешь про этот Владимир. Негатива в его сторону, наверное, точно никто не сможет выразить. Так. И Пайлайдай палит контору. Вот начинается та стадия игры, когда Найтсталкер очень сильно начинает накалять, и Вичи Гейминг начинает потихонечку теряться. Да, ну и Пайлайдай подсматривает. То есть это как-то тяжело запушить, то есть Бёрнинг, он миличник, его может там попробовать связать и забрать, но нет, Бёрнинг просто пошел на базу, ничего себе, агрессивный врыв, Team Secret такого не ожидали. Начинает накалять, подходит Пайлайдай, Сайленс на Эфай и отступает. Да, ну боятся. И вот что теперь делать Вичи? Конечно, Эмбер со своим Дайдалусом может немного лицо подгрызть, но тут Айс нападает, очень быстро вытирают Пупе, также могут попытаться вытратить еще и Энви, Эфай, стяжка, стенка, опять по всей команде Вичи Гейминг, но как сильно разрезает Джиггернаут, ты посмотри, как мало здоровья остается уже у трех игроков Secret, один из них падает, также тут остается Энви, но Энви между четверых сейчас находится, между троих точнее, но не суть важная, его просто избивает, вот он, башер на Бёрнинге, работает. Вот еще один патч и не выпускают Пайлайдая. И Envy тоже не отпускают отсюда. Невероятный тимфайт от Вичи Гейминг. Фантастика. Я в шоке. Бёрнинг очень круто сыграл. То есть мало того, что он башил по кулдану, мало того, что нападает на спектру, ей нужно срочно выживать, старается стянуть мизери. Но все это время Хилинг Вард бегал по тимфайту и захиливал себя. И то опять есть... Пупей умирает в начале замеса. Опять нет ульты Апаришина. Что это за игра? Опять нету ворона, которая значительно усиляет твой прокаст. Но они так не поверили. То есть тут была такая фишечка от Вичи Гейминг, которую они очень хорошо провернули. Подошли и побили хайграунд. Причем Team Secret этого не ожидали. И поставили два варда. Team Secret, как мы видели, я так понимаю, без гема, что ли, были? Как они это отпустили? Или Палайдай. Палайдай был просто с другой стороны, не успел заметить варды, и Айс смог ворваться с противника. Вот чем была фишка. Варды. Ну, вообще,
получилось очень неплохо все со стороны ВГ. Просто во всей этой суматохе Спектра, она не может нормально воевать с Джиггернаутом, пока тет-а-тет, учитывая то, что у того есть просто, ну, тупо башер. Он просто дает ей одну плюху, и все. Пока она расчехляется, он дает ей еще две. Так, и Пупея. Пупея нашли люди. Опять находят Пупея. Может, они роля? Может, они это именами поменялись, там, аккаунтами? Пайлайда и с Пупеем? Ну да. Похоже на то, на самом деле, потому что еще одна смерть для Ancient Apparition, еще 50 секунд его не будет, это просто зеленый свет для Рошана. Боже, как все неудачно складывается для команды Secret. И узкий проход не вариант рваться. Можно, конечно, попробовать как-то связать, но здесь узкий проход, ульта Тайдхантера, и лучше всего отступать от греха подальше. Ну да, еще Виверна Вард поломала. То есть, с одной стороны, возьмут они Аегис, да, дадут его Эмбер Спириту, но с другой стороны, Эмбер Спирит — это еще пока не самая большая угроза. Главное, чтобы Бёрнинг погиб, и тогда тебе не смогут снести базу. Ну-ка. Спектра с ультой. Хорошо, есть стяночка, есть стеночка, замечательно. Винтерскёрс тоже пошел. Мизери очень жестко погибает. Правда, погибает впервые Фенрир. Энви там что-то с кем-то воюет. Энви, но там у всех БКБ. Бёрнинг! С распрыжки уничтожает Спектру. Вот такой. Ну, такой северов, да. Мясорубка. Спектра не любят мясорубку. Посмотрите, да, да. 2200-2500. То есть, с одной стороны, спектра, иллюзии, это все круто, но с другой стороны, толк от этих иллюзий. Ты врываешься в толпу, а Эмбер Спирит нажимает на один фист, вот он еще тут забирает Пупея, Пупей погиб. То есть, Эмбер Спирит вот в этой толпе нажимает один фист, убивает вообще все твои иллюзии, тебя в том числе, и ты вообще не можешь адекватно драться. Да, у Пупея 10-я была только что смерть, юбилейная. Да, аппарат в этой игре мрет просто не по дням, а по часам. И пошли. Пошли на низ. Пайлайдай. Ну вот Пайлайдай, кажется, понял. Все. Что-то здесь неладное. Прыгает дальше Бёрнинг. И будет умнислэш, наверное. А, нет, еще умнислэша. Ну, будет вот так, значит. Все очень просто. Еще и гем выбили. Ну, вот пока все очень странно. То есть, казалось бы, у Team Secret есть вообще все для того, чтобы первыми начать драку. Есть Найтсталкер с ночью, был гем, который контролировал практически всю твою часть карты, но вместо этого Team Secret пока пошли какие-то авантюрные драки, и Вичи Гейминг их спокойно приняли. Ну, ВГ решили, что клин клином вышибают и сами идут в атаку лобовую. Они, возможно, понимают, что Тайдхантер не только в защите, но и в нападении весьма неплох. То, что ты знаешь, когда ты нажмешь свой рейвейдж, а враг этого не знает, и, соответственно, нажать БКБ на той же ВРке может просто быть невозможно успеть. И да, это минус вторая линия. Без спектры, естественно, защищаться никто тут не будет. Причем под хилинг вардом все довольно-таки фуловые, вообще никаких кулдаунов не потеряли. Хотят пойти на Т3, но Т2 стоит, поэтому можно побить тазики. А там ну, еще барак один остался, да, забирают его. Вот сразу же пингуют на топ. То, что как это так вообще, мы его пропустили. Что за фигня, уже были мега-крипы. Пошли завершим, и Team Secret хотят резко сделать выход. Пайлайдай покупает на последние деньги очередной гем. То есть сейчас Секретам ни в коем случае нельзя принимать драку лоб-лоб, потому что лоб-лоб у Вичи Гейминг все слишком жестко. Да, лоб у них твердый, определенно. Да, то есть там ревиш по всем, причем еще и по всем иллюзиям, да и вообще по всему, что есть. За этим там у нас Эмбер Спирит начинает нарезать, и вот нужно как-то в спину попробовать выйти и, может быть, вот суппортов забрать. Ну вот сейчас Виха ломает вард. Это на базе, который ставится. Abyssal Blade, Джиггернаута. Но это не смешно на самом деле, потому что он сейчас прям будет заходить. Там уже супер развлекается со всей команды Secret. У ПП есть ульт. Вот смотрим, даст ли вообще ПП ульт в этой игре нормальный разочек. Вначале там были классные ульты, потом что-то произошло, что-то поломалось у ПП. Можно попробовать стенку поставить, просто стенку у врага. Хорошая связь. Стеночка. Врывается. Тайдхантер дает отличный ревейдж. Подходит. Супер. Начинает нарезать. ПП погибает. Остается Мизери, который танкует Джаггер, Энн и побежал бить саппортов, но понимает, что нужно бежать. Тут такая мясорубка, что ну его нафиг, думает Эмби, но и надо валить. Дают хороший ультимейт. Мизери начинает танковать. Эмбер Спирит улетает. Энви пошел драться до конца. Хороший фистет Эмбер Спирита. Но Энви Абиссал в голову ловит. И еще пару подач для того, чтобы Спектра все-таки погибла. Ну нет, убегает, кажется, Энви. Заливает Бёрнинг Виха. Но его спасают Колбой. Тут же на Виху. Эмбер Спирит нападает. Еще один удар. И ВР-ка вынуждена выкупаться. Айс божит своими ревейджами. Да. Как же он врывается? Арбуз просто невероятный. Слушай, это сейчас супер, могут сбрить его. Действительно, просто сейчас убьют, застрелили Эмбер Спирита. Будет ли байбек? Нет, байбек делать Эмбер Спирит не хочет определенно. Тут же Энви вылетает. Но
кажется, закончилось это сражение. Да, улетела Виверна тоже на последних хитах, несмотря на то, что Жок и Радианс. Тут ВР-ка находит еще и Фая. Но нельзя продавить. Можно было нажать, кстати, БКБ, но почему-то этого не сделали. Глиммер. А там гем. Там гем. Не уйти, Фая. Ох. Вот это драки, конечно, вот это игры. Ну, на месте Team Secret, я думаю, ждать нельзя. Ну ВРочка связала. Все, ты связал главного кор-героя, которого можно спокойно забирать. У него не было Аегиса, и как на мой взгляд, ты просто ставишь стенку, и все, и да будет драка. Да, так и есть. Ну, ждать действительно нечего. То есть ты либо вяжешь Эмбера, либо Джиггернаута, как правильно сказал, ставишь стенку и заливаешь туда все, что у тебя есть, а там как пойдет. Да, там как пойдет. Вот пока видим Спектра, конечно, чувствуется дефицит у нее слотов. Она отстает от Джиггернаута на 6000, там, на 5,5. А это, ну, грубо говоря, ну, МКБ, вот 5400 стоит. Да, просто положите. И при этом вот мы видим то, что пока билд V3-3, он себя не сильно окупает. То есть, да, я понимаю, ты купил Аганим, это хорошо, БКБ тоже более-менее, ты купил себе еще Госкептер, но пятым-то слотом дамаг нужно купить, там, какую-нибудь, не знаю, Деидалс, МКБшечку, хоть что-то, чтобы носить урон, потому что пока нереально убить. Знаешь, чего не хватает сейчас еще V3-3? Да, вместо линка? Телепорта? Юла, вот. Илинка, конечно. Нельзя было дать это тебе. Ну, в принципе, Ю вместо тапок пойдет, 40 мс дает. Так что линку можно, да. Так что прям совсем мансить. Ну, да, тут действительно Виха немного переборщил. И Энви понимает, что нужно восстанавливать баланс в природе, покупает себе бабочку и в целом уже хоть как-то будет пробивать противника. И моментально появляется Манки Кингбару Супера. Супер сразу же одним кликом законтрил появление Баттерфляя, но что хорошо у Эмбера, то, что он на самом деле очень редко дерется нашли ручками. Нашли Фай моментальную реакцию. Боже, задрот. Реально задр. Я уже сегодня вспоминал, или вчера это было, когда Vici Gaming против Virtus.pro, кажется, они играли, когда они из-под горящего дуба вдвоем успели выблинковаться. Как? Мы тут смотрели на агрессивы, которые по дурной вообще на изичек переключают два раза в пару лет, причем не один раз, а просто всю игру. Да, было дело, я тоже немного офигел. И там по ходу ЕГЭ думаю, что за задрот, как это вообще возможно? Как он делает? Да уж, тут рефрешер у Тайдхантера мы так немного пропустили, но вот этот зеленый шар у зеленого героя появляется. Ну это, кстати, хороший Тайдхантер, то есть видели мы Тайдхантеров там с Октаринами, которые там... Что? А, ну помнишь Октарин на Инте, который Фобос собирал? А, вот то! Который Ачер Смэш кастует не 4, а 3 секунды. Воу, это серьезная заявка. Неплохо, действительно. Да, тут ССС понимает то, что раз у нас драки происходят раз в 10 минут, то вообще пофигу, пакуешь все, что имеет самый долгий кул дауны там на 2 минуты, на 3 минуты, и будет нормально. Ну, вообще, Тайдхантер с двумя рейджами, мы видели, что он делает с одним, и еще МКБ у Джиггернаута. А если еще добавить сюда две шивы? Да? Две шивы тоже выглядит классно. Да, кстати, можно завязать рефрешер, блин. Ну, учитывая, что ты... Шива? Прыгаешь с блинка, сразу рефрешишься, еще одну шиву и ублинкиваешься назад. Да. Вот это идеальный билд. Идеальный билд на тайда. Да. Так, и медалька. Самое время. Тайминговая медалька. Самое время покупать медальку. Не, ну, вспоминают потихоньку ребята, что существуют еще артефакты типа Solar Crest. Что есть командные артефакты, которые можно собрать. Вот Пайлайдай сейчас думает, чтобы такого сделать. Ну, в принципе, артефакт хороший, но на такой стадии игры, то есть, во-первых, миссы, они не так и полезны, поскольку уже есть МКБ, ну и поэтому Solar Crest теряет свою актуальность. На вот эти вот плюс 6 армора не так актуальны. Ну, и он купил самый смешной. Да, но Solar Crest, ну хорошо, ну десятка брони, но это все равно не тот эффект. Уже у обоих героев есть МКБ, и сейчас, ну ладно, он пока все еще чувствует себя суппортом. Ну, хорошо. Так нет, просто та же Алибарда, например, она бы выглядела лучше, чем, допустим, Solar Crest. Кираса тоже хорошо выглядит. Хекс офигительно выглядит. Плюс один, да, кстати, за Хекс плюсую. Так вот, и почему появляется Solar Crest? Ну понятно, он дешевле, типа, и ты его вот сразу можешь купить, чтобы он уже в драке был. Но если бы Пайлайдай видел, то что там два манки Кингбара, а он уже это начинает видеть и понимает то, что надо он только что... Надо продать. Да, фигню собрал. Ну,
пока Team Secret пользуется своей ночью, по-прежнему есть гемоны и сталкеры, они сейчас грамотно играют, они не лезут в какие-то авантюрные драки, где пупе идет первая, просто стараются распушить все линии и аккуратненько начать. Мизери умирает. Ой, нет, не умирает, тоже задрот. Да тут одни задроты собрались. БКБ нажимает. О, хорош, хорош, хорош. Смотрел, чем это заканчивалось для Миракла, и решил, что не стоит. Да, у того пацана плохая история с глимсами и БКБ. Так, ну и Вичи Гейминг сделали свой выход. В принципе, основная цель этого выхода было кого-то забрать, но раз у нас не получилось, то можно поставить варды и попробовать кого-то подождать. Все-таки есть Рошан, которого Джиггернаут может и один спокойно забрать, и остальные герои вот так вот занимают позиции. Ну, кстати, это очень интересно, потому что, я думаю, хотелось бы сейчас секретом не отдавать этот Аэгис, потому что без гида они, точнее, если у противника она будет очень серьезный удар по их положению. И будет ли ульта парешена? Есть ульта парешена. Ульта парешена пошел. Ульта парешена хорошо. По двоим. Энви просто зашел на ноге в пещеру. Сейчас три прыгнет, смотри. Нет, не прыгает. Слушай, Энви может не убежать отсюда. Нет, он успевает убежать. Нет. Хороший ревоч от Хантера, прыгает по Лайдая, фокус, Мизери остался один, получает Сайленс, ничего не может сделать, БКБ не нажал, там походу Аганим, да, там Аганим, и остается Этернал один, нужно бежать. ВТ-3 старается пробить суппорта, но ДПС... даже Хуая не пробивает к этому моменту, правда, Энви пока еще воюет, у Энви вроде бы все хорошо, один, но... один против всех, увы. Да. Слушай, он делает байбек, он приходит. Дальше пойти, попробовать кого-то убить, может быть, гема забрать, тут смотрели же. Еще один ревейдж, а вот такой вот неждан, не хотели ли вы? И Abyssal Blade Burning с ультимейтом. Ну, FGG. Да, это действительно good game, скорее всего. Но если не прямо сейчас напишут секрет, то я думаю, как только увидят, да, подходящих к трону ребят, ВРК делает байбек, но я думаю, с ней справиться будет не так уж тяжело. Второй байбек делает у нас Team Secret, и походу по-прежнему не хотят отдать Рошану, или может быть цель просто отпушить линии. Но, ну, такое себе. Да, ну да, 20... Тайду отдают Айгиду. 25 тысяч голды преимущества. Невероятный перевес, и теперь уже, ну, теперь уже все просто. Просто пойти и добить трон. Через, да, 80 секунд еще не будет спектры. То есть о чем вообще идет речь? У нее, во-первых, кулдаун на байбеке, во-вторых, денег на него нет, даже если бы не было. Вот вопрос, зачем они пошли на Рошана? То есть вы добились своей цели, вы прогнали Тайдхантера, вы держали их в узком проходе, они убежали, они вас испугали, что вы их можете забрать, и все, можно спокойно отойти, ну, подождать. Да, пусть они там опять на него заходят. Да, пусть они зайдут все кучкой, врывается Дарксир, который сможет дать блинк, вакуум стяжку, точнее вакуум стенку, и все. Изи катка. А ну, так мы видим, что шалят нервишки. Изи немного, конечно, переборщил с таким-то перепаком, но, в принципе, было проще, чем сейчас, да, это точно. Так, и заходит месить бараки. Айс-айс-айс. Так медленно-медленно через воронку. Говорит, ладно, это еще от нее уворачиваться. Говорит, а в топку пойду ломать. Замерзать так замерзать. Ну вот он, урон у Вихи, которого нет в принципе, и его сейчас тут просто застрелят, хотя нет, успевает он убежать, но с двух ударов падает Пупей, пока еще, правда, не падает, Виха тоже немного отстреливается, но падает сторона, глиф сейчас закончится, и это будут мега-крипы. Айс-айс-айс, пока без ультов, еще 30 секунд, не падает. Боже, куда, что это был? Ты это видел? Смотри, это не вот, что это такое? Это таунт, это таунт. О мой бог, это таунт, я не могу. Это просто грязь. Врывается Этерналэн и понимает, что сейчас или никогда преследует Винтер Верну. Суппорта нужно убивать, но успевает дать Винтер Кьюрс. В итоге Энви получает дэмэдж от своих, и Винтер Верна свою задачу сделала и отступила. Боже мой, они... Я не могу успокоиться. Этот пловец, это нечто. Ну, ладно. Последний шанс, я так понимаю, у Секрет. Вот они всем своим... Я не знаю, как это назвать... коллективом, что ли? Будут пытаться уничтожать? Просто трон. Просто последняя атака. Мега-крипы ждать здесь, естественно, нельзя. Когда появится Эмбер Спирит, когда появится Дизраптор, то, естественно, они смогут спокойно задефиться, и нужно врываться. Фендрира убили моментально. Кстати, Виверна единственная, у кого не было байбека. Ну ладно, еще у Дизраптора нет, но ребята начинают валить трон. Естественно, сейчас будут байбеки от Эмбера. Причем есть и у него, и у Джиггернаута. Если вдруг заберут Джиггернаута, хороший ульта Парижина прям на базу под фонтан.
Тут... Энви куда-то побежал, интересно, куда он побежал? Тут тоже база горит, Мизери в итоге пошел дефать. Смотри, Энви бегает. Лол! Он забрал сыр! Он забрал сыр с фонтана. Боже мой, нет, я упустил этот момент. Я смотрю, как тут сейчас месяц. Я думал, может, на базе что-то интересное у секретов происходит, но там пока только крипчики. Секрет, мне кажется, им не стоит убегать. Как бы это парадоксально ни звучало, но нет. Но потом будет сложнее. Конечно, будет намного тяжелее. Ну ладно, с мегакрипами игры тоже выигрывались. Тут Эмбер. Эмбер идет, Виха находит, есть Сайленс, Супера убивают, Супера убивают, да, действительно убивают, он должен делать попытки прилетать обратно, он так и делает, тут Айхантер с первым рейвенджем, Eternal Envy погибает в этот раз уже бесповоротно, и теперь мы видим эту заветную надпись ГГ от команды Secret, просто феноменальная игра какая-то, я не знаю. Две достойные команды. Ай-сай-сай забажил. Вот именно та игра, где все зависит от твоего хардлайнера, и как мы видим здесь, он все сделал идеально. Ну, то есть понятно, что была команда, которая байтила, которая разводила, которая заставляла всех секретов стягиваться, но он со своими рейвиджами всегда оказывался в нужном месте в нужное время. Да, безусловно. Айс хорош. Да и в принципе, обе команды отыграли очень качественно. Единственный вопрос, я думаю, и у тебя, и у меня будет конкретно к Вихе и к его дэмэджу. Хотя в конце мы видели, что вроде бы особо и не возникало каких-то критических проблем, но могло быть и лучше, наверное. Но ему видней.